Проводы зимы – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, когда люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и едят блины. Из-за все еще действующих особых эпидемиологических мер праздничная программа в области была ограничена. Тем не менее, 14 марта в Смоленске масленичные гуляния прошли на 7 городских площадках. Одной из них стала импровизированная сцена у Дома культуры «Сортировка». В народном гулянии «Масленица хороша, широка ее душа» были показаны театрализованные номера с участием шутов и ростовых кукол, а музыкальная составляющая была от творческих коллективов. Приглашенными гостями стал ансамбль из Десногорска «Десногорочки плюс», который исполнил несколько своих композиций. Маслина, 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 хочется уже веселья, душевного теплоты какой-то весенней хочется. Ну и вот мы не пожалели, что приехали на этот праздник. Мы очень рады, что этот коллектив к нам приехал. И будем ждать их еще и еще. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Поддержать праздничное настроение в дождливую погоду удавалось и угощением. Всех гостей праздника ждали блины с горячим чаем. А в конце мероприятия – традиционное сжигание чучела масленицы.